супер впечатление. Эмоций просто нет, все, выжили. Результат отличный, вся команда в сборе. Все молодцы. Мы на равных плывем со студентами. Не проигрываем им, по крайней мере. В итоговом зачете, я думаю, мы будем 5-6. Гонка была супер, стартовал я с воды, потому что сколько раз не пытался, у меня все время слетают очки. Вот. Можно было еще кружочек, даже почти не устал. Это было очень необычно. Я даже, скажем так, ничего не понял. Было не так тяжело, как в прошлый раз. И первое место заняла команда экономического факультета. Выиграли девочек и мальчиков экономический факультет. Лучшие результаты показала студент ПВС Семенова Мария и студент технологического факультета офицеров Евгений. Среди юношей офицеров Евгений технологический факультет. Второе место. Эти год подряд. Есть куда стремиться.